Ну, может быть, в силу своего воспитания, да. Я все-таки как-то старался обходиться без мата. То есть, ну, вообще для меня показатель того, что человек ругается матом, это недостаток какого-то образования. Да? Вот. И, но, как говорится, песен из слов из песни не выкинешь. Если он есть, мат, значит, должен быть. Другое дело, что его можно запикать, скажем так. Вот. Но если он присутствует, значит, он должен присутствовать. Иначе мы перестанем вообще разговаривать.